Здравствуйте, друзья, я Александр Пичуф, и сегодня отвечаю на вопрос «Как выйти в астрал?». Часто задаваем вопрос, и он в интернете, конечно же, есть. Первое. Вы каждый день, в принципе, когда ложитесь спать, особенно после работы, бывает такое сильное состояние, вы просто вырубаетесь. Вы, по сути, выходите в астрал наполовину, как всегда. Все это сделают, но неосознанно. Для того, чтобы выйти в астрал осознанно, для этого нужно, естественно, лечь или сесть, удобно расслабиться. Никакой музыки, никаких посторонних шумов не должно вас отвлекать. Не отвлекайтесь, не испытывайте, кстати, даже эмоции злости, какой-то там эйфории, ничего не ожидайте. Просто лягте, закройте глаза. Будут перед глазами сначала разные картинки летать такие, да, там типа солнечные зайчики, у всех по-разному, это такая муть. Подождите, чтобы оно прошло, то есть осознанно ждите, пока оно пройдет. Просто дышите, расслабляйте все тело, руки, ноги, как говорится, полностью, дыхание ровное. Ждите, пока картинки пройдут. Как только картинки пройдут, четко представляйте, каждый для себя по-своему представляет. Можете представить, что, допустим, вы спускаетесь по лестнице вниз или вверх, или вы наоборот, как говорится, некоторые представляют, там много чего визуализируют, что-то должен быть толчком. Можете просто представить, что вы прыгаете на какой-то пружине и резко вылетаете. По сути, многие думают, что это выход из тела, ничего подобного. Частично только сознание перемещается в астрале, как говорится, само тело физическое, не думайте о физическом теле, не отвлекайтесь вообще на него, чтобы оно вам не мешало, как говорится, работать. Если вы подумаете, вы снова вернетесь в тело и снова проснетесь, как говорится, то есть отвлекающий маневр. Поэтому лучше сосредоточиться четко, расслабиться, как говорится, подождать, пока картинки пройдут, и вы сами увидите, как очутитесь в этом пространстве астральном, как говорится. Если начнете думать о физическом теле, представлять себе физически, что вы где-то летаете, ничего подобного, вы снова вернетесь в тело, снова, то есть ментал сработает. Я надеюсь, понятно объяснил, более доходчиво. Я пожелаю вам всем удачи и успехов. С вами был Александр Пичуф. После просмотра не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.